Спроси любого автолюбителя, какая машина самая лучшая, ответ ожидает весьма предсказуемый – новая. А если речь идет об очень ответственной профессии, и от скорости передвижения зависит жизнь людей. В этом году по программе «Модернизация» станция скорой медицинской помощи получила в настоящий момент уже 5 автомобилей. 3 автомобиля УАЗ и 2 реанимобиля на базе автомашины «Газель». Реанимобили оснащены хорошим, новым, современным оборудованием. Часть отечественного производства, часть производства зарубежная. Вот в настоящий момент бригады врачебные как бы осваивают эти машины, налаживают аппаратуру. Из 5 новых автомобилей каждый займет свое законное место в столь непростом деле по спасению человеческих жизней. Автомобили, которые марки УАЗ, очень нам пригодятся для обслуживания пациентов сельской местности, потому что особенно в зимний период, куда иногда невозможно доехать другому автотранспорту, УАЗы нас очень хорошо выручают. Скорость, функциональность, комфорт, когда отсчет идет на секунды, важна каждая составляющая. Это, во-первых, сказывается на обслуживании населения, быстрый доезд, комфортабельность для больного, тем более машины сейчас оборудованы и кондиционером будут. То есть это более комфортно, более удобно для наших пациентов. И чтобы мы сами работали более в комфортных условиях и быстро могли прибыть на место происшествия, если это ДТП, если это ургентные патологии, мы могли вовремя оказать помощь. До нашего прибытия, конечно, тоже имеет много значения и важность о том, чтобы правильно обозначить вызов, правильно начать самим какие-то процедуры, которые диспетчером им обозначил. А мы в это время просто подключаемся и своевременно прибываем на вызов. Слова из некогда популярной песни «Не думай о секундах свысока» для врачей станции скорой помощи актуальны всегда. Инфаркты и инсульты стали молодеть на глазах. Иногда даже терапевтическое окно при нарушениях мозгового кровообращения, если вовремя прибывает бригада, если вовремя оказана помощь и доставлена в сосудистое отделение, которое имеется при нашей городской больнице номер 3, то это для пациента очень важно застать тот момент, чтобы вовремя попало лекарство, вовремя проведена была манипуляция. И выживаемость, естественно, последствия перенесенных таких тяжелых инфарктов, инсультов, это все счет идет на жизни. Мозг у нас умирает доля секунды, если вовремя реанимационные пособия не оказываются. Только за неполную смену вчерашнего дня, когда снимался этот репортаж, бригады станции скорой помощи сделали 50 выездов. Один человек с ножевым ранением просто цеплялся за жизнь. Елена Петрова, Александр Барсуков, Новости 24, Муром.